հրատապապ տակ Էրդողանին։ Ղարաբաղում հայկական կողմը չպարտվեց, այլ թուրք հոդվածագրի այս գրառումը Թուրքիայում մեծ աղմուկ է առաջացրել։ Armblogin.fo.com գրում եմ։ Ինչպես հայտնի դարձավ, թուրք սյունակագիր Յելմզ Բիլգենը հոդված է հրապարակել, որտեղ խոսում է Ռուսաստանից եկող վտանգների վերաբերյալ։ Ըստ հեղինակի, Ռուսաստանն աստիճանաբար օղակի մեջ է վերցնում Թուրքիային հյուսիսից, հարավից, արևելքից, արևմուտքից։ Մասնավորապես հոդվածագիրը նշում է, որ Ռուսաստանն ապահովեց իր ռազմական ներկայությունը Ղրիմում, հարավային Օսիայում, Աբխազիայում, Լեռնային Ղարաբաղում, Լիբիայում, Սիրիայում։ Միևնույն ժամանակ թուրք սյունակագիրն անդրադառնալով Արցախյան հարցին նշում է. Մոսկվան Լիբիայում Լեռնային Ղարաբաղում կռվում էր Թուրքիայի դեմ։ Ղարաբաղում այնքան չպարտվեց հայկական կողմը, որքան ռուսական զենքը։ Հիմա ռուսները ուզում են վերականգնել իրենց հեղինակությունը։ Ռուսաստանն աստիճանաբար Թուրքիային ռազմական առումով օղակի մեջ է վերցնում։ Թուրք հոդվածագրի գրառումից Թուրքիայում նոպա է առաջացել։ Договор, подписанный 16 марта, он не самый, скажем так, отвечающий интересам как российского народа, так и армянского народа. На мой взгляд, я говорю со своё субъективное мнение. Вот здесь Аббас, наш товарищ, говорил о том, что соросовское влияние на территории постсоветского пространства в мире, ну, естественно, в Армении тоже велико. Оно велико, потому что оно начинает цепляться щупальцами за те слабые места, которые существуют в отношениях, в армяно-российских отношениях. А в данной ситуации как раз-таки 16 марта 2021 года – это то самое вот слабое место, на которое постоянно давят так называемые соросовцы. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что Армения считает договор, подписанный 16 марта, фактически за ее спиной, несправедливым в отношении нее. И, естественно, здесь начинаются различные политические перетрубации на тему, а почему Россия вообще позволила себе, какое право имела Россия это сделать, и вообще армянский народ не имеет права с этим смириться и так далее. Естественно, народ поднимается и начинается определенная, скажем так, антироссийские настроения начинают подниматься в армянском обществе. Поэтому, мне кажется, на эту тему нужно говорить почаще и нужно объяснять, что же на самом деле произошло 16 марта, почему это произошло. И у нас будет очень много ответов. Я думаю, что общество, зная это, не будет так стремительно поддаваться таким провокационным действиям. Если говорить, я хотел бы поговорить о подголосках Московского договора на сегодняшнюю геополитику, на сегодняшнюю политику. Потому что Московский договор является тем самым, ну, одним из, скажем так, звеньев многовековых российско-турецких взаимоотношений, которые знали совершенно разные времена. Мы знаем, что было 13 войн, больше 13 войн, по некоторым данным, было между Россией и Турцией. Но, однако, в то же самое время между Россией и Турцией были совершенно другие периоды, когда Россия фактически спасала Турцию от ликвидации и от уничтожения. Ну, вспомним про поход Мухаммеда Али из Египта, значит, на Стамбул, когда фактически Николай I распорядился помочь султану и помог. Турция не развалилась в этот период. А потом, безусловно, 18-й год и так далее. То есть были и такие периоды тоже в российско-турецких отношениях. Но, конечно, больше было периодов, когда Россия и Турция воевала. И это объективно, поскольку ровно в тот момент, когда появилась Османская империя, и ровно в тот момент, когда Россия взгляд свой направила в сторону Южного Кавказа, в сторону Ближнего Востока, естественно, столкнулись интересы России и Турции. Это естественно, это объективная реальность. И недавняя война, прошедшая между Арменией, между Карабахом и между Азербайджаном, является тем самым одним из отголосков Московского договора. Если в двух словах, то 16 марта, завтра мы отмечаем столетие этого договора, что же произошло 16 марта? Вообще договор называется договором о дружбе и братстве между Россией и Турцией. Он заложил основы взаимоотношений новой России, Российской Федерации, РСФСР и тогда уже новой Турецкой Республики, которую, кстати говоря, не признала Лига наций, не признала фактически Западная Европа, не признала США, основной мир не признал. И между Турцией и Россией фактически сложилось некое понимание в границах современной северо-восточной Турции. И вот этот самый договор затрагивал интересы не только России, не только Турции, но и интересы Грузии, интересы Армении и интересы вновь образованного государства под названием Азербайджан. Тем самым это и интересно сегодня, и актуально. Турция, если в двух словах, то
конец Первой мировой войны, Версальские, Вашингтонские переговоры, значит, Северский договор, подписанный между Турцией и между государствами Антанты. Естественно, Вильсоновское арбитражное решение, которое фактически признавало Армению не в тех границах, которые должны были быть, да, вот восточной Армении, а уже четыре вилаета бывшей Османской империи, это Ван, Эрзрум, Трапезунд и Битлис, должны были войти в состав новой маленькой Армении, как тогда ее называли, поскольку историческая Великая Армения занимает площадь намного большую, нежели ту площадь, которую вот рассчитали американцы и Вудро Вильсон. Естественно, туркам это не понравилось, и когда Мустафа Кемаль поднял мятеж против османского правительства, и когда он не признал этот договор, естественно, начал искать для себя союзников. Союзником он нашел Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику по одной простой причине, поскольку и Россия, и Турция не признавались международным сообществом, в принципе, были на тот момент слабы, и, естественно, они нуждались в поддержке. И друг друга начали поддерживать здесь. Другой вопрос, насколько эта поддержка оказалась объективной и насколько положительной для России и для Турции, это уже другой вопрос. Но действительно, в этот момент они как бы шли в объятия друг другу. И когда Армения тогдашняя фактически ушла в сторону Запада, в сторону Антанты и не признавала большевистскую Россию, она тем самым, можно сказать, не предугадав, что победит большевистская Россия, подписала себе смертный приговор. Поскольку большевистская Россия уже на тот момент побеждала, и, в принципе, можно было разглядеть тенденции, происходящие на территории, в общем, северного своего соседа, армяне, тем не менее, признавали арбитражное решение Вильсона и шли по пути создания вот этой самой большой Армении. Но вместе с тем, американцы не взяли на себя смелости, американцы не захотели взять мандат на Армению, тем самым оставив один на один Армению с Турцией, которая хотела подчинить Армению себя, ну, скажем так, эти территории ликвидировать. Началась война между Турцией и Арменией, в ходе которой Армения проиграла, к сожалению. Турция оккупировала, сегодня вот уже было сказано господином Шубиным, что Турция оккупировала Батум, Турция оккупировала Нахчевань, Турция оккупировала Александрополь, фактически готова была идти дальше, но Советская Россия остановила это наступление, и благодаря Советской России был подписан Александропольский мирный договор, согласно которому 2-3 декабря, значит, шла эта конференция в Александрополь, был подписан договор, согласно которому Турции уходили территории, значит, той части, которая вошла в состав Российской империи согласно Сан-Стефанскому мирному договору, и от Армении отделялись Нахичевань, отдельно шел вопрос Карабаха, но тоже шли переговоры, связанные с Карабахом, и, естественно, от Грузии чуть-чуть ушли, значит, кусочки западной части, которая сейчас находится на территории Турции. Вот, собственно говоря, что произошло. А дальше шли переговоры по Карабаху. Поскольку Карабах, мы говорим сегодня Нагорный Карабах,